Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании CM, модель под номером 16301 Викинг. Компания CM нас слегка, скажем так, обрадовала выпуском данной модели, потому что до этого серию викингов особо никто не выпускал. Надеемся, это будет не последняя модель. Надеемся, что компания CM нас будет дальше радовать такими необычными моделями. И ну вот, судя по отзывам, которые я читал уже в интернете, именно что очень ждали, скажем так, данную модель, потому что викинги, они такая тематика достаточно еще пока не часто встречающаяся, и будем надеяться, что они будут встречаться чаще. Ну, что у нас? Как всегда, красивый красочный боксарт, коробка из плотного картона. Ну и что же ждет нас внутри? Внутри у нас одной пакет с ледниками, картинка и инструкция. Коробочку с вами убираем. Сразу по поводу картинки. Картинки мне нравятся, что компания CM вкладывает в непосредственно коробку, потому что можно ее повешать на стену, при окраске руководствоваться какими-то возможными элементами. И просто это классная, красивая такой, красивая картинка. На стене может повисеть и правда. Далее, следующее, это у нас инструкция. Инструкция формата А4, один лист. Так, номера красок в паралитре, Revel и Tamiya. Надеюсь, вам видно. Так, обзор ледников, непосредственно собранная фигура, буквенное обозначение номера красок, цифры, это у нас детали на ледниках. Далее, что нас ждет в пакете? А в пакете нас ждет шикарнейшая модель с подставкой. Про подставку что скажу? Думаю, любители там на подставку что-нибудь там сделают, какой-нибудь там камень, не знаю, еще что-нибудь. Ну, что ж, вверх подставки и вот вверх получается и вниз. Абсолютно ровные поверхности, то есть это, скажем так, ну, можно приклеить, можно что-то доработать. Про подставку особо ничего не скажу. И теперь самое интересное. Это у нас наш викинг. 16 масштаб. Оружие, стрелы. Шикарная отливка. То есть все, туловище. Все пролито, все хорошо. Так, тут ноги. Две половинки у нас. То есть одна нога, вторая. Никаких стыков пресс-форм. Так, далее. Руки, кисти сделаны отдельно. Очень удобно, супер. Далее, что? Голова. Голова выполнена из трех деталей. Пролито хорошо, то есть все части, все это видно. Поэтому, кто любит у нас миниатюры, ну а также кто их окрашивает, я скажу, что это вообще прям будет шикарная модель у вас. Ну что еще тут сказать по данному леднику? Ну все складочки, все это сделано, все пролито, все хорошо. Каких-либо стыков не вижу, ну, дефектов. Стыков пресс-форм также не вижу. Так, что тут есть? Тут у нас есть небольшое тип обозначения, но чтобы не перепутать детали, когда так называемый папа-мама. То есть вставляется и закрепляется. Ну вот, дальше, следующее. Это у нас его шлем, что ли, правильно сказать. Тут еще интересно, что скажу. То есть на картинке у нас дан, получается, вот этот. Но у нас еще есть возможность поставить вот этот. То есть два варианта у нас есть. Далее, вооружение. Меч. Меч в ножнах. Стрелы. Ну, стрелы это для щита. Топор. Ну, или как она, я не знаю название. Простите меня за это.
Поэтому не ругайтесь. Так, меч оголенный, скажем так, непосредственно сами ножны для него. Ну и больше тут ничего не скажу. Так, на мече какие-то прорисовочки сделаны. Все пролито, все шикарно. Блин, вообще шикарная модель. Если вы увлекаетесь миниатюрой, миниатюра 16 масштаба, если вы, скажем так, увлекаетесь этим периодом времени, когда были викинги, то эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Модель хорошая, качественная, поэтому, думаю, она вас порадует. Всем спасибо, всем пока.